Штраф получает каждый второй водитель маршрутки. В Приморском сотрудники ГИБДД проверяют общественный транспорт. 7 пострадавших и 1 погибший. По данным ГИБДД, с начала года в Приморском районе произошло 6 ДТП с участием автобусов. Последняя авария была около 10 дней назад. Она стала поводом для дополнительной проверки. За неделю инспекторы осмотрели 172 автобуса и троллейбуса, оштрафовали половину из них. Это техническое состояние транспортных средств, а именно состояние резины, наличие аптечек, огнетушителей, аварийных молотков, в том числе исправное состояние работы аварийных выходов. В частности, за отсутствие аптечки штраф 500 рублей для водителя и 5000 для должностного лица. С техническим состоянием транспортных средств связано примерно треть нарушений. Остальные 60 касаются манеры езды.